Вот все, пошли. Сейчас вы еще раз поясните присутствующим, что за денежные средства мы. Мне вот эти мне передал долг. Эти у меня были ранее лежали. Эти ранее лежали. Эти тоже. Тоже ранее лежали, тоже да. Ранее то есть лежали. Я собираюсь в отпуск и собиралась сегодня эти деньги положить, потому что еду на лечение. Дополнительные средства 12 купюр 60 тысяч рублей. Итого в этой пачке 360 тысяч рублей. ОГМ обследование помещения здания сооружения, участие в местности и транспортных средств. Так, вас прошу выйти. Интересные вещи такие творятся. Области. Сейчас документы, касаемые оформления земельных участков, прав на них оставить вот в настоящее время. Нет. Не имеете, да? Ну тогда приступим к поиску. Чертеж участка лесного фонда. И дальше пошли с картами. С кадастровыми картами. План лесного участка. Предоставить земельный участок.